Итак, ребята, всех приветствую. Мы продолжаем наше прохождение. Так, и начнем мы с того, что у нас есть достаточное количество денег, чтобы узнать, что нам эта милая мадам хочет предложить. Предварительно мы покушаем, раз у нас не так много здоровья, как хотелось бы. И давайте узнаем, что она нам предложит. И как? Ты собрал осколки? Да. Рассказывай, что у тебя за план? Отлично. Остальное обсудим у меня в кабинете. Не стоит у всех на виду осколки светить. Тут же всякая шушера набежит. Сюда. Ты же не местный, да? Нет, не местный. А я местная. Жуткая здесь дыра. Но твои осколки позволят мне отсюда свалить. Мы почти пришли. Сейчас я тебя познакомлю с остальными. Ага, судя по всему, это засада. Понятно. Сохранимся. Ну вот, мы на месте. Нравится? Ты это называешь кабинетом? Значит, не нравится. Все ясно, но извини. Но у меня есть новости и похуже. Парни, выходите, к нам кошелек пришел. Тебе нечего тут делать. Блин, ладно. Все-таки я 3 дня не играл, так что вполне себе допустимое развитие ситуации. Тебе нечего тут делать. Разобраться с этими парнями. Блин, на ближний бой не торопится переключаться. Так, пока второй там тупит, я с этим справлюсь. Так, что ты там где? Тихо, опа. Так,
Хочешь проблем? У тебя будут проблемы! Лик проснулся. Так, ну и выполнили второй квест, победить Скарлетт. Это было быстро. Так. Готово. С этим мы разобрались. Угу. Так, ее я там уже обобрал. Здесь у нас что? Найдите укрытие, не забудьте одеться понезаметнее. Ничего кричащего, ничего яркого. Держите рот на замке и не привлекайте к себе внимания. Постарайтесь никакой пищи и питья. Поститесь никакой пищи и питья. Ожидайте, не выходите, пока я не позову. Пока что история с пещерой Бакстера работала лучше всего. Будем ее придерживаться. По крайней мере, эту сволочь наконец принесет хоть какую-то пользу. Не отклоняйтесь от плана. И мы сможем вскоре покинуть эту дыру. Самые перспективные ребята висят на доске объявлений. Так что ваше укрытие должно быть неподалеку. Не прятаться в мусорных баках. Моему носу и так хватает дерьмовой вони вокруг. Скарлетт, понятно. Угу. Так, сейчас я немножко вспомню, что у меня там. Ага, кражу я все-таки вкачал до второго уровня, но еще не потестил ее. Ага, понятно. Хотя формально она у меня и так третьего уровня уже, с моим-то плюс один. Окей, вернемся к вот этому квесту. HR для Хайнриха. Я думаю, сейчас мы его сделаем. Что, снова на доску клеить объявление? О, наград за голову Диксон. Разыскивается Диксон, бывший охотник за головами. Примечание, объект потенциальный перебежчик. Предупреждение, хорошо владеет оружием, может иметь союзников среди морканов. Так, и что мне с этим делать? Не хочу с этим челом сейчас говорить. Там очевидно, это все не на 5 минут. А, нам все-таки квест дали. Награда за голову Диксона. Ну ладно. Окей. Отметил себе этот момент. А куда нам дальше? Ух. Ух. Да, не так-то просто. Крейн станет отличным рекрутом для Хайнриха. А, Диксон. Угу. Понятно. То есть наша задача была сорвать это объявление и найти его. А, он здесь прячется. А то что. Да, только нас так просто сюда не пустят без экскурсии предварительно.
Стой! Ты стоишь у... Так, ну... Мы это все уже обсуждали с ним, я просто повторно это прогоню. Я хочу войти. Чужака впустить? Не смеши меня. Ты советовать должен. Да-да-да, пройдем... там, к этому, к начальнику. Я готов рискнуть. Хорошо, проходи. Ты серьезно хоть... Не тебе это... Отведи его к... Нет. Доступ в пещеру, ну ладно. Так, думаю, тут Марат нас уже не слышит. Надоело с ним все время припираться. Так, и второй квест у нас вылез, это идти за Дмитрием к хану. Угу, ну ладно. Где ты? Вот ты где. Шевели ногами! Я тебя к хану не поведу. Я так сказал, только чтобы Марат заткнулся. Кстати, меня Дмитрий зовут. А теперь слушай, если хочешь тут остаться, вот что тебе надо знать. Например? Например, что бродить тут в одиночку — это на редкость идиотская затея. Если никто тебе правила не расскажет, ты тут же во что-нибудь влипнешь. Поэтому я их тебе и расскажу, а хан подождет. Тогда пошли. Видишь, вон там впереди проход широкий, на уровень ниже, чем мы сейчас. За ним собор Раавака и цистерна крови. Только самые крупные шишки могут там возносить хвалу Раваку и его вечному небытию. Ты в собор лучше даже не суйся. Если захочешь там побывать, тебе придется стать Морканом или чем-то очень сильно хана впечатлить. Пошли дальше. Ты же ничего толком не видел. Сейчас мы на подходах к военному району. Тут мы, вербовщики, держим клетки с новобранцами, которым предстоит влиться в морканское общество. Ты по своей воле к нам пришел, иначе сидел бы там с другими пленниками. Помимо клеток есть еще арена, но ты ее потом увидишь. Охранников остерегайся, не всем понравится, если ты из района в район станешь шастать. Короче, будь осторожен, лады? Вы бы посадили меня в клетку, если бы я не пришел к вам по доброй воле. Нам нужна свежая кровь, а у тебя видок подходящий. В общем, могло бы и так выйти, да. Когда-то и я работал в клетках. Пойдем, покажу тебе места трудовой славы. Ты не Моркан. Тебе это, наверное, странным кажется. Ну, в общем, да. Если мы теряем работника, это влияет на равновесие. Поэтому, чтобы выжить, мы должны пополнять ряды. Мы приводим новообращенных, обучаем их нашим правилам, делаем из них новых Морканов. Тут в пещере жизнь хорошая. Лучше, чем снаружи. Нашим новеньким тут безопасно. Они быстро забывают прежнюю жизнь. Впрочем, что-то я разболтался. То есть как это ничего нет? Я ничего с этим поделать не могу. Ты же отлично знаешь, у Госты своя цена на все. Я тебя поэтому к нему и послал. Он никому исключений не делает, даже мне. Думаешь, ему не наплевать, будут живы пленники или помрут? Может, он и прав. С чего тебе о них беспокоиться? Забыла, что на карту поставлено, да? Так спроси поставщика. Спрашивал. По нулям. Тогда и я тебе ничем помочь не смогу. И на будущее меня в это не вмешивай, ясно?
Так, а что дальше-то? Вы похищаете людей и сажаете их в клетки? Серьезно? Все не так страшно, как кажется. Честное слово. Да хрена народу, которых мы сюда приводим, сперва не врубаются, что мы их спасти хотим. Но рано или поздно все прозревают. Поверь, система работает на отлично. 100 с лишним лет мы так живем. Столкновение с кометой мы пережили, изоляцию и войны пережили, и эти башни странные переживем. Вот увидишь. Путь Морканов — это путь истины. Я тоже могу драться на арене. В смысле, несмотря на то, что ты не Моркан? Обычно так не бывает. Но у арены есть распорядитель. Можем подойти и спросить. Даже если он согласится, сделай одолжение, не ходи туда сейчас. Времени нет. Если тебя на арене прикончат, мне ж придется потом с ханом объясняться. Я тебя тут подожду. А, в смысле, стой. Ты на арене вроде бы еще не сражался. Верно. Но воля моя не сломлена. Я хочу выбраться отсюда. Да, да. Но готов ли ты? Я получил благословение Зарины. Раавак на моей стороне. И ты думаешь, этого хватит? Удачи. Я этих тварей в порошок сотру. Посмотрим, что от твоей похвальбы останется, когда звери тебя порвут. Похоже, люди из Старого Мира тут неплохо оттянулись. Будешь знать, как со мной спорить. Гляди-ка, кто тут у нас. Как раз вовремя. Этот вроде все. А я нет. Ну так что, хочешь занять его место? Я вижу, ты не изменилась. А тебе такого сказать не могу, идиот. Все еще торчишь в этой своей дыре? Теперь уже нет. Многое поменялось за последнее время. Что ты тут делаешь вообще? Я думал, ты у изгоев. Была. Надоели мне эти бараны. Теперь фортом Берсерки командуют. Нахрен мне такое счастье. А в кратере Бакстер сидит. Хотел, козлина, чтобы я из самой грязи наверх выкарабкивалась. Представляешь? Ты вспомни, кем я была. Короче, я решила, что мне и у этих психов неплохо. Я очень смутно, если честно, помню, кто это такая. Ну ладно. Ну, очевидно, кто-то из спутников первой части. Так, я пока с ней не готов вообще общаться, знакомиться, потому что мне вот этот чел нужен. Но ладно, я закончу экскурсию сначала. Хочешь поговорить с распорядителем арены? Его зовут Атила. Он должен быть где-то здесь. Или ты передумал? Ну, опять же, прямо сейчас бежать к нему я не хочу, так что идем дальше. Пойдем дальше. Без проблем. Вот мы и в самом сердце пещеры. Жилой район для многих из нас святое место. Место покоя, созерцания и... выпивки! Мы не часто расслабляемся, но уж когда отрываемся, то только здесь, в погребке у Госты. Thank you.
что? Да, конечно, здоровое у них тут поселение прям. Кроме жилого района, есть еще торговый и интендантский. Кто знает, как хан тебя примет. Воспользуйся возможностью и прикупи чего-нибудь. Другого шанса может и не представиться. Поговори с Тенгизом. Если он разрешит, сможешь тут у нас торговать. Хоть не впустую путешествие пройдет. Вы все живете тут, под землей? К этому привыкаешь. И тут безопасно. Только штреков на задах берегись. Они старые, в любой момент посыпаться могут. Я не думал, что тут найдется кабак. Ты про погребок? Есть такой. Если только гребаные правоверы его не закроют. Отличное местечко. И Госта, хозяин, полезный чувак. Так, а интенданты ваши где? Слепой, что ли? Вон там. Пойдем со мной. Поговори с Тенгизом. Он решает, кто тут может торговать, а кто нет. Ну, опять же, сейчас я не хочу это делать. Пойдем дальше. Не переживай. Я уговорю хана, чтобы он позволил тебе остаться. Пойдем к нему. Не отходи от меня далеко. Вот еще что тебе надо запомнить. К хану первым обращаться нельзя. Жди, пока он сам с тобой заговорит. Усек? Господи. Усек. Сохранимся. Ты что тут забыл, Дмитрий? Надеюсь, у тебя была веская причина уйти с поста. Мне нужно поговорить с ханом. Но великий хан не желает говорить с тобой. Этот чужак просит убежище. Интересно. Мы с Маратом разошлись во мнениях. Я вот считаю, что он хорошо небытию послужит. Мы много народу потеряли за последнее время. Хорошие новобранцы нужны. И ты говоришь, он сюда сам пришел? Ага. Это необычно. Хан подумает над твоей просьбой. Чужак может остаться, пока хан не примет решение. Он должен вернуться завтра и услышать, что скажет хан. Ты все усвоил? Да. А почему он мне это не сказал? Правила такие. Я Моркан, значит, выше тебя по рангу. И я за тебя отвечаю. Говорить с голосом хана – большая честь. А уж если хан лично к тебе обратится, это вообще круто. Ну что, вопросы есть? Ценности Морканов получаем квест. Почему хан не говорит сам? Хан правовер и всей своей жизнью утверждает небытие. Он хранит молчание в знак того, что безгранично чтит безмолвие Раавака. Как-то это чересчур. Ты считаешь это чересчур? Когда-то были последователи Раавака, которые лишали себя жизни, дабы воссоединиться с ним в пустоте. Умереть? Значит, воссоединиться с чистотой небытия. То есть вы все хотите умереть? Конечно, нет. Пойми, ни от кого другого, кроме хана, не ждут такой преданности Раваку. От обычных морканов требуется лишь чтить небытие и блюсти равновесие. Почетным считается говорить мало и желать смертного покоя. Но свободу воли никто не отменял. Однако, если ты хочешь, чтобы тебя тут у нас зауважали, придется доказать людям, что ты исполняешь волю Раавака. Да, и не забывай временами навещать хана. Если ждать совсем не в моготу, можно время в погребке провести. Или просто поспать. Я занят. Ладно, ладно.
Тогда я с чистой совестью тебя оставлю. Марат, небось, уже жалуется, так что мне пора возвращаться. Если что, найдешь меня на воротах. До встречи! Я хочу попробовать обратиться к нему. Ну, даже ничего не произошло такого криминального. Так, ладно. Капец, столько времени потратить только ради того, чтобы поговорить здесь с одним челом. Так, нам не сюда. Надо еще что-то найти. Так, нам точно не сюда. Где подъем наверх? Ё-моё. Так, походу отсюда мы пришли. А, нет, нет, вот отсюда. О, да. Ну ты-то мне и нужен. Я курить хочу. Потом покуришь. Я сейчас хочу. А твои советы мне не вперлись. Погоди. Кажись, я тебя знаю. Это морда кирпичом. А, ты, наверное, Джакс. Мы знакомы? Это вряд ли. Тогда откуда ты меня знаешь? Слышал про тебя, вот и все. Ты там с альбами какую-то фигню творил, а потом пропал, верно? Так мне этого еще никто не описывал. Да ладно, у всех свое прошлое. Мы с тобой в этом похожи. Не ожидал встретить тебя в этой дыре. Тебе от меня что-то надо? Если нет, я курить. Ты же не местный, да? Нет. В кратере жил одно время. Работал на одного из прихлебал Бакстера. Охотник за головами, если тебе это интересно. Шавкой был на поводке. Рвал зубами все, что не попадя. А, говно, а не жизнь была. Не горжусь тем временем. А почему ты не нашел другую работу? Платили хорошо. Осколки на деревьях не растут, сам знаешь. Ну и свое дело я знал. Как ты здесь оказался? Выполнял очередной заказ. Пулю в череп надо было одному бедолаге всадить. Думал, пиф-паф и готово. Кто ж знал, что за моим парнем еще и вербовщики охотятся. Я их и не заметил. Меня только тот горемыка интересовал. Ясное дело, им захотелось узнать, кто грохнул их добычу. Одолели меня, конечно. Их много было. А дальше или в гроб ложись, или сюда. И тебе не сложно было перейти на другую сторону? В общем, нет. Не особо. Лучше все равно нигде не будет. Берсерки ненавидят всех, кто из-под Бакстера кормился. Про клириков я вообще давно ни хрена не слышал. А альбы вовсе не вариант. Тут хотя бы правила четкие, структура понятная. И вернуться тебе никогда не хотелось? Ха, да если я в кратер хоть кончик носа суну, мне крышка. Но если ты туда собираешься, могу дать тебе кое-что с собой. Не волнуйся, ничего тяжелого. И я заплачу. Я скоро двину в кратер. Могу взять твою посылку. Отлично. К завтрашнему дню все соберу. Это тебе, чтоб не передумал. Доставка для Диксона. Ну ладно, ладно, сделаем.
насчет твоей посылки. Я еще не все. Приходи попозже. Не все собрал, окей, ладно, идем дальше. Нейро назначил награду за твою голову. Ничуть меня не удивляет. Но его громилы меня пока не нашли. Ты же мне об этом говоришь не потому, что сам на награду заришься. Нет. Я хочу уговорить тебя перейти к клирикам. Я тебя верно расслышал? Ты хочешь, чтобы я примкнул к клирикам? Да. Собирай вещи. Да пошел ты. Для клириков такие, как я, ходячие мишени. Ты забыл, какие за мной дела числятся? Там список в милю длиной. Я охотник за головами, а не святой. За это можешь не волноваться. Образцового прошлого никто от тебя не ждет. Даже если ты говоришь правду, ничего не выйдет. Если я сделаю ноги, за мной вербовщики ломанутся раньше, чем ты скажешь «Каракис». И я ж не сунусь к клирикам, пока эти суки будут у меня на хвосте висеть. Да не заметит тут никто, если ты уйдешь. Меня заметят. Сейчас объясню, почему. Пока я числюсь одним из бойцов Госты, я должен тут торчать. Кто такой Госта? В погребок загляни, и все поймешь. Так в чем проблема-то? Не дерись. Если я его подставлю, он на меня своих гонщик натравит. Объясни мне это так, чтобы я понял. Морканы, которые числятся у Госты бойцами, заключают договор. И разорвать договор можно только одним способом – в бою. Кто откажется драться после того, как заключил договор, того любой может прикончить. Молодчина! О, да. Пленника убили. Во дела, во дела. Ну, свали нам тут квестов, конечно. Та еще бестия. Ценности морканов, доставка. Ох, блин, вот последнее, что я здесь хотел делать, это вот вникать в кучу заданий, которые мне здесь хотят насувать. Кстати, вот про Крейна я этого забыл. Какое убежище он там идет, не всем понятно. Так, Госта, Диксон, а тут что? Некая цель задания, ясно. Что за убежище? Так. К западу от кратера. Что тут может быть-то? Ну, давайте поглядим по-быстрому. Я понял, что это за чел, это который там супер быстро убегал. Господи. Приготовься! Ох,
Зубы, язык, когти, всякая муть валится. Даже за него больше опыта дают. Так, первое предположение, что нам сюда. Просто мне непонятно, типа все-таки домик какой-то, где он хочет скрыться, или это пещера. Где мне его искать-то? Ой. Подрюка! Так, ну с ликанами мы уже достаточно легко справляемся, но ладно, справедливости ради замечу, что он здесь сам затупил, и я достаточно легко его размахал, поэтому. Так, ну наш клиент, походу, не здесь, нифига. Я что-то даже входа сюда не нашел здесь. Туалет такой. Это что такое? Рецепт среднего зелья, ладно. Где там следующий-то домик? Опа. Поврежденный гранатомет. По-моему, это второй у нас уже такой. А это нельзя подобрать? Нет, нельзя. Ну, тут-то я даже не знаю, где он может спрятаться-то. Снова на кладбище вышли. Так, двигаем тогда к вот этому зданию, потом сюда. Ух, ё, тролль тут водится, ничего себе. Хотя да, помню. Чёрт! Нормально, вон как долетели. От яда померла, зараза. Так, и вот здесь, да, домик находится, насколько я помню, где-то рядом. Ух ты. Так, лис, налево. Yeah.
Тут ничего нету. Ну да, в общем, этот квест немножко прям капельку прибаганул. Потому что он нам показывает искать этого чела там, где его этот начальник его отчитывал. А там его уже как бы давно нету. Вот, и куда он свистнул после этого, вопрос, конечно, крайне хороший. О, я так и думал, вот он. Давай не сейчас, а? В смысле? Красавчик ты, конечно. И как мне тебя захантить тогда? Ёбаный насос. Походу я просрал этот квест. Это плохо. Бля. Иди сюда! Иди сюда! Ну, шакал в итоге выжил. Да, блин, да ты чё? Так, вот это уже неприятные новости. Хотя мы с этим потрошителем пытаемся, походу. Вот все, разговоров-то было. Куда твой топор улетел? Блин. Опа, я его видел, видел. Во, поврежденный боевой топор. Е-е-е. Да, это было быстро, конечно. В один выстрел так собрать экспы, будь здоров, сколько. Топливо. Если в ближайшие два дня не прибудет новая партия еды, одному из нас, кретины, придется выйти наружу и посмотреть, куда они подевались. Поверить не могу, что эти двое даже тележку долбанную не способны дотащить. С хера ли мы должны идти охотиться? Что это за бред? Кстати, я всегда приветствую добровольцев-охотников. Вдобавок к дополнительному пайку я от себя еще осколков добавлю. Ничего готовить не будем пока. Нет, я не справлюсь. Так, давайте Эликс поколотим. А потом попробуем. Так, 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 так. Потом, что мы попробуем, а потом суп с котом. Нет. Сейчас мы поменяем себе тогда этот картридж. На... Так вот, да, на взлом замков. И все у нас получится.
Блин. Не вышло. Не вышло. Да ёб твою налево. Ух, ну наконец-то. Да, это абсолютно того не стоило. Подойду к этому челу. Давай, неси. Да чё ж с тобой делать-то? Нет, лучше не надо. Ладно, мистер Крейн. Собака ты такая. Продолжу строить козни вам так. Надо вниз спуститься, теперь понять как. Так, нет, там что-то пацаны молятся, я не пойду туда, мне не надо туда. Так, нет, на арену мне тоже не надо, хоть там и достаточно красиво. Я тут где-то пару волосинок уронил, так что, если вдруг их увидишь, дай знать, а? Ок. Да. Ну и бардак. Блин, сейчас до меня этот хер еще, наверное, докопается на входе. Что тебе надо? Мы сюда вашего брата не пускаем. Латилево, метайся! Тебе не нравятся пришлые? Мне без разницы, откуда ты взялся. Мы все ничего не стоим в глазах Раавака. Так чего ты хочешь? Чего хочу? Крови или пота. Это как? Это так ты можешь мне заплатить. Что выбираешь? Интересно. Кровь? Это мне надо кого-то убить? Просто поединок. Никаких убийств. Поединок с тобой? Со мной. Или расплачивайся своим потом. В смысле? Работай. Так что ты выбираешь? Либо спину надорвать на работе, либо чтобы тебе зубы пересчитали. Ну и выбор. Тебе не нравится? Ладно, ладно. У вас есть тут лазарет какой или что? Не хочу у крыс лечиться. Молчать. Твой хозяин расплатится за вас обоих. Что ты решил? Так, ну, подраться это слишком банально и неинтересно, а что за работа-то? Вот, я готов поработать. Нам надо расчистить штреки от мусора. Где инструменты, которыми я могу воспользоваться? У тебя их два. Руки называются. Растащи все, что помельче. Крупным мусором займутся другие. И не показывайся мне на глаза, пока не закончишь. Уборка пещеры.
насчет мусора. Что такое? Какие штреки мне надо расчистить? Все. А поточнее можно? Идешь, смотришь. Если мусор есть, убираешь. И все? Ну, еще есть риск, что тебя погребет заживо или раздавит. Штреки эти не шибко надежные. Потолок может рухнуть, когда будешь копать. Я готов рискнуть. Последний кретин то же самое говорил. Как раз перед тем, как его породой засыпало. Ну, вот эти доспехи мне безумно напоминают доспехи стражи из первой готики в старом лагере. Ладно, раз уж мы выбрали работу, пойдем работать. Блин, так бесит, что для того, чтобы выполнить один квест, нужно выполнить 10 других. Просто пиздец, особенно вот. Ладно. Этот Хайнрих, конечно, тот еще козел. Так, а еще бы я погуглил, что делать с Крейном. Ну-ка, что там пишет? Ну ладно, что-то я так мельком глянул, там пока никакой интересной инфы нету. Ух, ё-моё, это что, это убрать надо? Ёбнуться. Это еще запросто до меня кто-то по пути может доебаться здесь. Типа, вот там, а чё, кого ты здесь делаешь, давай поговорим. О, грудная жила, иди сюда. Неумеха. Ну, с ним я сейчас говорить точно не буду. Где тут еще один камень? Ну, в целом это достаточно быстро. Сложнее будет. Самое важное, что меня по пути никто ни в какие задания не втянул. Выполнено. Время выкидывать камни. Зачистка дорог. Нет, не буду я пока никаких квестов тут собирать. Закончил? Нет? Тогда вали отсюда. Я расчистил весь мусор. Да что ты говоришь? Ты будешь это забирать или нет? Я что, похож на мусоросборник, твою мать? Кидай свой мусор в одну из куч. Там, где жилье, к примеру, жаловаться никто не станет. Там, кстати, какой-то документик лежит интересный. Может, тоже задание. Надо выкинуть этот хлам и вернуться к Батульге.
Неплохо для Неморкана. Ты теперь, небось, какой-то награды ждешь? Не больше, чем мы договаривались. Свою ты получишь. Не беспокойся. Тебе здесь всегда будут рады. Госта тобой прямо сейчас займется. Да откроется тебе небытие. Угу. Так, уборку пещеры мы выполнили. У тебя есть другие занятия, кроме охраны погребка? Я молюсь Рааваку и пытаюсь укрепить свой дух. А еще я учу боли, но тебе это уже известно. Слишком многие хотят избежать боли. Однако страдания – крайне необходимый опыт. Но если ты спрашиваешь о практических сторонах моей работы, я с радостью поделюсь своими талантами. Он учитель, ну понятно. Ближнего боя очевидно. Научи меня чему-нибудь, что касается драки. С радостью. Ну да, понятно. В принципе, ожидаемо. Да. Эй! Не найдется пары лишних осколков для меня? Зачем тебе? Да, а то я пыли наглотался. Ой, случайно это скипнул. Что он типа просто горло промочить хочет. На. Вот, держи. Спасибо. Премного благодарен. День постепенно начинает налаживаться. Здорово! Ох, так, где там квест вообще, который начал делать? Так, доставка ценностей Морканов. Когда кража для Ясмы, награда... Во. Если мы не будем держаться вместе, нам... Вероятно, они живут на севере. Что, смог пробраться мимо Батульги? Добро пожаловать в погребок, где все решает алкоголь. На! Это тебе за счет заведения. Спасибо. Если еще что-то надо будет, крикни погромче. Тут подают не помои всякие, а лучшее пойло, вырванное из рук мертвых врагов. Здесь ко всем такое отношение? Разумеется. Где первоклассный товар, там и первоклассный клиент. Мало кто из моих коллег может сказать то же самое. И в кредит у меня не наливают. То есть тот парень перед дверью это исключение было, да? В каком смысле? Он просил осколки. Вот как? Ну что ж, я с ним быстро разберусь. Судя по всему, они до сих пор в Голиате. Полностью согласен. А ну-ка встал со стула! Мигом! Если верить слухам, они ушли. Хорошее пиво. Большая редкость. Клиентам моим вздумал приставать? Не. Не. Я... Как же Батульга тебя пропустил. Но ничего, сейчас я тебя с ним познакомлю. Посмотрим, что он скажет. Правила ты знаешь. Нет осколков, не суйся в погребок. Честное слово, я скоро смогу заплатить. Ты скоро ходить у меня не сможешь. Прочь отсюда, паразит хренов! Глазам не верю. Этот попрошайка опять тут! Ну-ка, я, может, успею догнать его. Блин, куда он убежал? Хрен с ним, кстати, да. Заповедь Равака. Страх — это боль на твоей души, не верь ему. Он приведет тебя к вечному покаянию. Перерождение. 50 опыта. За то, что мы сейчас читаем записки, да, нам дают опыт.
если мы не... Ненавижу попрошаек. Этим отбросам не место в моем заведении. Ну да ладно, это не повод расстраиваться. Будешь что-нибудь? Так. В следующий раз... Купи что-нибудь, да хер тебе. Продавал бы ты еще что-то отдельное, чтобы покупать у тебя, ладно. Мне нужна информация. А, тогда ты пришел по адресу. Одна проблема только. Я когда много говорю, у меня рот пересыхает. Я бы, конечно, с радостью выпил, но не могу же я свой товар употреблять. Так мне скоро и гостям предложить нечего будет. Хочешь, чтобы я заплатил? Соображаешь. У информации есть цена. Время непростое, надо как-то на жизнь зарабатывать. Но ты не расстраивайся, первый раз за счет заведения. Так. А как мне его разговорить на тему того, чтобы он мне кореша этого выдал своего? Откуда у тебя этот трактир? Погребок не просто трактир. Как он у меня оказался, это долгая история. Могу изложить вкратце, если интересно. Внимательно слушаю. В общем, заведение мне досталось в наследство от отца. Храни Равак его душу. Для правоверов он при этом всю жизнь был занозой в заднице. Но когда раскол между вербовщиками и правоверами усилился, то концепция немного поменялась. В смысле? Потому что алкоголь – это не только удар по печени, от него и польза есть. Он помогает забыть о боли. И что? Тут надо учитывать, что в наказаниях правоверов боль играет ключевую роль. Ты что, никогда не слышал о цистерне крови и истязателях? Тогда тебе повезло. В общем, не каждому Моркану, что стремится верно служить Рааваку, удается выдержать эту процедуру без болеутоляющих средств. Правоверам это известно, поэтому они закрывают глаза на крепкое пойло. Проповедь – это одно, а практика – совсем другое. И все это, чтобы вербовщики не вышли на баррикады. Понятно. А дальше? Ну, от пьяниц может быть не меньше проблем, чем от бандитов. Так что для поддержания порядка я использую простой метод по имени Батульга. Это не вредит делу? Ну что ты? Батульга отвечает за то, чтобы среди клиентов погребка оказывались лишь обладатели полных кошельков. А то, сам понимаешь, те, кто не в состоянии сами за себя постоять, имеют высокие шансы случайно расстаться со всем своим эликситом. Так что у меня все под контролем. Да, периодически какое-нибудь отребье проскакивает, но Батульга всегда рад поработать кулаками. Мне нужна информация. Что тебя интересует? Кто меня может чему-нибудь научить? Есть пара мест, где можно учиться. Если ты хочешь научиться рукопашному бою, поговори с Батулькой. Но это ты и без меня наверняка понял. Как вариант, можешь пойти к Атиле, но тебе придется торопиться. Кто знает, сколько еще жадный старпер протянет. Я уверен, что он уже разлагаться начал на своей арене. Неумеха может обучить тебя паре шахтерских хитростей, но никто не знает, где искать этого лентяя. Если хочешь научиться, как выжить снаружи больше часа, тогда тебе к Владу. Ну, я так полагаю. Но к черту все это. Самому важному тебя обучу я сам. Я покажу тебе, как получать по морде.
На что нужны мышцы, если они не смогут держать удар? И если так на это смотреть, тебе надо немедленно отдать мне все свои осколки. Научи меня чему-нибудь. С удовольствием. Чему именно? Угу. Ну, понятно. Ты нам пока не нужен. Мне нужна информация. Что тебя интересует? В следующий раз не забудь сперва пару осколков на стол положить. В противном случае рот у меня пересохнет очень быстро. Угу. Как тут можно заработать немного осколков? Ответ на этот вопрос прямо перед тобой. Мне не кажется, что из меня выйдет толк за барной стойкой. Я имел в виду кое-что другое. Я могу понять, когда передо мной стоит воин. Так что не желаешь ли принять участие в моем скромном турнире? От тебя потребуется лишь смелость и горсть осколков, чтобы ставку сделать. И насколько это законно? Насколько? Абсолютно законно. Абсолютно безвредный способ выпустить пар. А если в процессе осколки сменят владельца, то кому какое дело? Меня снова втягивают в квесты. Что ж такое-то? О чем болтают в пещере? А, хочешь знать всеместные слухи и сплетни? Это ты по адресу пришел. Поговаривают, что не все вербовщики тащат свой улов сюда к нам. И поскольку правоверы крайне редко высовывают свои праведные носы за ворота, в этом есть логика. Иметь неприкосновенный запас в укромном месте – хорошая идея, м? Ты спросишь, наверное, а что тебе с этого? Ха. Так вот, один из моих клиентов на днях серьезно перебрал и сболтнул кое-что любопытное. Вот, я все записал на всякий случай. Возможно, конечно, это все чушь и выдумки, но не проверишь, не узнаешь. Я бы сам сходил, да боюсь, это заведение тут же сгорит, если я хоть на минуту отлучусь. Если тебя другие местные слухи интересуют, то заходи еще. У меня найдется, чем тебя порадовать, если ты готов немного раскошелиться. Например? Например, всякое про Влада и голос Хана. Всего за несколько осколков. Ты не пожалеешь. Знание, сила и все такое. Ничего себе. Краденое добро вербовщика. Хорошая шахта решает много проблем. Так, что там, поединки госты? Что тебе известно про Влада? Влад? Ну, тут могу сказать, что не все крысы прячутся по углам. Иногда смотришь, вот же они, у всех на виду. Вот Влад — редкостная крыса. На вид весь с радушием и уважением, но не ведись на это. На самом деле он у хана на побегушках. Нельзя ему верить ни единому слову. Если он рядом, следи за языком. Вот тебе мой совет. Я учту. Слушай, если ты прямо сейчас свалишь, то останешься незамеченным. Он в дальнем углу торчит. Пусть лучше не знает, что ты в курсе насчет него. Что мне следует знать о голосе хана? Этот тип настоящая загадка. Никто не знает ни как его зовут, ни откуда он взялся. А что у него на уме, так и подавно. Но что-то с ним явно нечисто.
А если конкретнее? Он частенько крутит в руках какой-то предмет. Но как только видит, что его заметили, тут же прячет в карман. Как по мне, так это крайне подозрительно. Поверь мне, я в этом разбираюсь. Угу. Ясно. Да блин. Да... Господи. Да стой ты. Кто участвует в турнире? Не так быстро, сперва ставка. Что? Я должен сделать ставку до того, как узнаю, кто мой соперник? Конечно! Иначе в чем же азарт? Как только увижу ставку, расскажу тебе немного про соперника. Скажи, когда будешь готов. Угу. Ну окей, давай. Я готов сражаться. Отличненько! Сколько осколков ставишь? 250. Ставлю от души. Ха, серьезная заявка. Уважаю. Твой первый соперник Диксон. Бывший изгой. Должен сказать, тебе повезло. Он кое-что в этом деле понимает. Вот только он давеча руку сломал. Лекаря у нас не нашлось, так что срослась она плохо. Вряд ли он окажется для тебя проблемой. Где мне найти Диксона? Если его нет снаружи, то ищи в военном районе. Двигай вверх по лестнице к арене. Не пропустишь. Ничего, мне прямо там с ним драться? Я думал, хоть выведут нас куда-то. Так, стойте, 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 сейчас я вспомню. Во. Перед поединком с ним надо зарядиться. Меня прислал Госта. Собираешься все, что можно, перепробовать, лишь бы меня к клирикам перетащить? Я не сдамся, пока ты не согласишься. Сейчас не лучшее время для поединка. Почему? Рука не работает, как положено. Перелом за ночь не срастется. Сливаешься, что ли? Да я просто надеялся, Госта ко мне пошлет какого-то неумеху. Только без грязных приемов, договорились? Я тебе спасибо не скажу, если потом не смогу ни прикурить, ни жопу подтереть. Одновременно? Ха, другие пожелания будут? Вроде нет. Скажи, когда будешь готов. Будем драться сейчас. Драки хочешь? Будет тебе драка! Драться вообще собираются? Вот и все. Это было быстро. На честный бой это было не очень похоже, да? Пора мне передышку сделать от драк. Надоело проигрывать. Забирай мои осколки и радуйся. Не забудь гостя отстегнуть его долю.
Не так быстро. Бой окончен. Ну что, пойдешь теперь к клирикам? Не знаю. Вся моя жизнь одно позорище за другим. Я думал, на Морканах остановлюсь. Дай мне ночь поспать и подумать. Потом скажу, готов ли я собирать манатки. Хватит отговорки искать. Отчего ты прячешься? Чувак, может, ты из тех, кто раз-раз и в дамке, а я тугодум. Я в своей жизни полно ошибок наделал. Не хочу совершить еще одну. Дай мне пару часов. Ладно, так и быть. Но завтра жду от тебя ответа. Ты его получишь. Обещаю. Надеюсь, что так. Это еще у нас здание с посылкой у него там актуально. Так, пойдем тогда скажем этому челу, что мы там разобрались с этим поединком. Я победил Диксона. И кого ты хочешь этим удивить? Ему по-хорошему форму набирать еще несколько месяцев. Вот твоя ставка, а вот твой выигрыш. Минус 10% гонорар организатора. Ты ничего не говорил про свой гонорар. Правда? Ну, значит, забыл. К сожалению, это необходимо, чтобы покрыть мои расходы. Вот тебе небольшая компенсация. Дай знать, когда будешь готов к новому испытанию. Я скажу тебе, кто твой следующий соперник. Хватит с меня. Пора принимать от... Такс. Может, я могу как-то немного обмануть квест? Есть у меня одно предположение. Попробую поговорить с этим челом. Надеюсь, он не сильно на ухо насядет. А, очередной доброволец. Я скажу тебе то же, что и всем остальным. Иди вон к той доске, там все мои поручения. Если что-то не ясно, спроси. Снарягу мы не выдаем. Но, судя по твоему виду, ты и так ко всему готов. Когда выполнишь заказ, приходи за наградой. Угу. Насчет вознаграждения... Ну, допустим. Можешь объяснить, зачем ты этим занимаешься? С удовольствием. Но прости, если я буду многословен. Иначе ничего объяснить не получится. Представь, что ты пишешь картину. Скажем, ты рисуешь радугу. Тебе нужна краска, конечно. Разных цветов. Красная, желтая, зеленая, синяя. Все это тебе необходимо, чтобы твой шедевр выглядел как положено. И вот раскладываешь ты свои кисти, а в это время кто-то проходит мимо и ворует у тебя красную краску. А новую тебе взять неоткуда. Ты решаешь обойтись без красной и рисуешь всеми другими цветами. А когда заканчиваешь, понимаешь, что никакая это не радуга. Это просто куча дерьма. И вместо радостного, солнечного мира вокруг – унылая тьма. И вот ты приходишь ко мне и рассказываешь, что случилось. А вор все это время радостно храпит в своей постельке, уверенный, что ему ничего не грозит. Он не думает о том, что у него грязные руки, или ему плевать. Он живет своей жизнью, пачкая красной краской все, к чему прикасается. Пиво, дружков, даже свою жену.
Он оставляет красный след, куда бы ни пошел. Все это видят. Все видят красную краску. Все, кроме меня. Я вижу радугу во всем ее великолепии. Потому что как только вора не станет, он больше не сможет ничего запачкать своими грязными лапами. И все станет чистым и совершенным, как и должно быть. Понимаешь? Короче, было бы сказать, я ненавижу преступников. Все не так просто. Моя задача не в том, чтобы убивать преступников. Это было бы слишком банально. То, чем я занимаюсь, это искусство. Картина, которую я создаю, имеет четкие линии и структуру. Чем яснее прочерчены линии, тем больше людей их придерживаются. Понимаешь? Медленно, но верно, хаос превращается в порядок. Даже тут, в кратере. Что ты можешь мне рассказать про Диксона? Старина Диксон из тех птичек, что счастливы в клетке. Нашу свободу он сменил на ярмо морканов. Так говорят, по крайней мере. И это все его преступление? У нас с ним был договор. То, что он его расторг в одностороннем порядке, было непорядочно с его стороны. Считай награду за его голову попыткой восстановить справедливость. Поверь, твоего сочувствия он не заслуживает. Он сам бывший охотник за головами. Он знает, как устроен мир, в котором живет. Так, он мне квест, конечно, тут сунул. Это все замечательно. Да. Ага, вот и в нем наград за голову Диксона. Но я не хочу пока набирать лишних квестов. Я надеялся, что в этом диалоге я смогу получить какую-то информацию. Точнее, избавиться от этого висящего маркера, который не совсем правильно здесь висит. Чуть не упал. Так, а домик, нужный мне, находится вот тут. Правильно? Правильно. Чудом не разбился. Еще раз попробуем с тобой поговорить. Давай. А если поспать, например? Так, этот сундук пуст уже. Спать до утра. Черт! Давай. Ты чё? Отойди, я с этим разберусь. На, то всего убить нельзя, или так же как в готике протыкать надо. Готики с лука, они погибали все сразу же 100%, а для того, чтобы оглушенного убить, его нужно было проткнуть. Я не хочу с тобой говорить. Уходи. Я не хочу с тобой говорить. Уходи. Брось оружие. Оглушен, то есть его нельзя замочить даже. Что мне с тобой делать? Конечно, он в забавной позе такой упал. О,
Я не хочу с тобой говорить. Уходи. Ясно. Тогда не трогаем тебя. Чё ты еще скажешь? Черт! Зараза! Все эти рассказы про гибрида, не могу их выбросить из головы. Как мог разум Докинза подчиниться этой машине? Докинз не раз и не два демонстрировал свою силу воли. Ну да ладно. Рано или поздно мы увидим, прав он или нет. Офигеть, фактически насквозь можно пролететь. Так, ладно. С этим товарищем предлагаю уже в следующей серии закончить, полтора часа. Более чем достаточно, то серия будет слишком долго обрабатываться. Так что благодарю за просмотр. До скорой встречи и пока-пока. Глючность квеста я погуглю сейчас. И думаю, в следующей серии у меня уже будет понимание, что произошло.